Всем привет, с вами Никэт. И да, YouTube замедлили окончательно. Я не удивлюсь, если вы не сможете посмотреть прямо сейчас это видео, потому что уже с каждым днем все больше и больше человек не может нормально смотреть YouTube, а на данный момент вообще невозможно загрузить видео, понимаете, в чем дело? То есть, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал Никэт и точка, и на телеграм-канал своих любимых блогеров. Ссылка в описании на мой будет, чтобы оставаться в курсе всех подробностей о YouTube и не терять наш контент. Обязательно используйте VPN-сервисы, даже бесплатные помогут, понимаете? То есть, о каком именно я говорить не буду, каждый найдет для себя свой, да и тем более это распространение как-никак будет считаться. Так что ищите оптимальный вариант бесплатных VPN-ов, платных. Ну и, конечно же, я не знаю, какой аналог YouTube можно придумать лучше, чем Telegram. Потому что, ну, в Telegram можно выкладывать видео, все, значит, будем смотреть видео в Телеграме наших любимых блогеров. Вот, подписывайтесь, как говорится. Да, хороший был видеохостинг, F-легенде, как говорится. Будем надеяться, то, что все со временем поправится, и наконец-таки мы сможем вернуться к нормальному Ютубу, а не к глючащему. Ну или пойдемте снимать видео на нашу русскую платформу, которая почему-то сейчас недоступна, и там технические неполадки какие-то. Видимо, зашло больше, чем 1000 человек в секунду на нее, и... Короче, если все обрубится, и вы захотите посмотреть мемчиков, всегда знайте проход, как говорится, в Телеграме пишется Никэт и точка, и там вы будете получать свежую информацию, мемчики, как говорится, и вообще все будет у вас прекрасно в жизни. Спасибо за просмотр, всем, кто смог это посмотреть. С вами был Никэт, всем пока. Пусть длится бесконечно, нам сегодня было хорошо.